Посмотрите, ребята, мы можем съесть самолет. Посмотрите, вот это круто. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, посмотрите. О! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик. А также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру, которая называется Tasty Blue. Так, съедобный океан или съесть океан, так, ребятки, ну что ж, давайте, собственно, с вами и продолжим нашу замечательную игрушку. Посмотрим, куда мы смогли с вами дойти и посмотрим, что, в общем, к чему. Так, ну что ж, дорогие друзья, нажимаем сюда. И включаем нашу игрушку. Вау, ребята, мы падаем с неба. Вау, посмотрите. Мы едим чайки, ребята, посмотрите. Вау, вот это высота огромная. Вот это да, вот это кто-то придумал. Меня выпустили, ребята, из самолета. Я выпал из самолета. Помогите, пожалуйста, я падаю с огромной высоты. Вау. Так, ребятки, это что, я летаю или что? Посмотрите, ребятки, дельфин летает. Вот это прикольно, да? Посмотрите, я могу крутить и сальто, и все такое. Ой-ой-ой, тут орлы, орлы. О, дайте мне орла, орла съесть. Или чайку, или орла. Хоть кого-то дайте съесть, ребята. Да что ж ты будешь делать? Дайте мне съесть хоть кого-то. Вот это прикольно. На самом деле. Вау, ребята. Вот это скорость. С такой скоростью, ребятки, еще никто не падал. Мы еще и не видели такого. Так, мы потихонечку растем. Мы 2 метра, ребятки, в длину. Это какой-то новый уровень. Но я думаю, что рано или поздно я сейчас упаду. И вот уже, ребята, океан, наверное. Да, ребята, вот тучи мы проходим. И падаем в океан. Вау, ребята, вы видели? Мы упали прямо на крыло самолета. Мы прямо на крыло самолета упали, которого сейчас, собственно, наверное, с вами и съедим, ребятки, да? Нет, пока мы еще съесть его с вами не можем, этого самолета. Так что давайте, собственно, начнем нашу замечательную игру. Так, подождите. Отличненько, отличненько, ребятки, посмотрите, что здесь. Вот это да, вот это круто, да, ребята? Посмотрите, мы хаваем рыбку огромным дельфином. Ням-ням-ням-ням-ням. Давай быстрее плавай, давай. Мы должны съесть самолет, я так думаю. Нет, пока еще не можем мы его съесть. Для этого нам надо съедать все больше. Ого, ребятки, мы 4. О, можем, ура. Посмотрите, ребята, мы можем съесть самолет. Посмотрите, вот это круто. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, посмотрите. Вау, вот это да. Вот это круто. И мы с вами с легкостью прошли этот уровень. Так, ну что ж, ребятки, погнали. Следующий уровень у нас. Что здесь? Вау, здесь медузы, ребята. Я боюсь медуз. А, маленькие медузенки мне нужно... О, меня укусило. Маленькие медузенки, мы можем кушать маленьких медузенок, ребяточки, и проблем тогда с нами не должно быть. Потому что мы таким образом будем расти. Ой-ой-ой, ребята, это никуда не годится, дайте мне еще медузят. Так, здесь нельзя, дайте мне медузу. Вон малюсенькие, видите? Вот они, да, ребятки, это маленькие медузки, которых нам нужно пока что кушать. Вот мы можем съесть. Вот. Ой, нас укусила. Медуза ударила током. Да что ты будешь делать? О, все, ребята. Мне кажется, я могу кушать уже и больших медуз, да? Практически да, ребята. Посмотрите, я уже вырос. Ой-ой-ой, какие вкусные медузы, ребята. Вот это да, посмотрите. Вы просто посмотрите, как это вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, просто супер. Просто супер, просто замечательно. Я считаю, что это просто супер. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Отлично, отлично, отлично. Просто супер. Отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим нашу замечательную игрушку. И перейдем на второй уровень. О, здесь русалки, ребята. И русалки плавают. Таким образом, ребятки, мы посмотрите, что чудим. Вау, там, ребята, на лодке меня чуть женщина не задавила. Так, а мы пока будем хавать вот эту селедочку, которая здесь плавает. Потому что нам нужно, ребятки, понемножечку расти. Так, это все, конечно же, супер, но куда же нам деться-то? Подождите.
Дайте нам, пожалуйста, 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 дайте нам рыбки, дайте нам, пожалуйста, селедочки, и мы с вами теперь, ребята, будем кушать эту вкусную селедочку, и таким образом мы будем расти все больше и больше. Я думаю, посмотрите, мы уже можем чайку. Вау, мы в лодку чуть не попали, чуть нас не забрали, да что ж такое. И мы, ребята, я думаю, с вами, знаете что, должны вырасти и кушать, съесть вот эту и лодку, и русалок, которые здесь плавают, которые надоели мне уже, ребята, которые здесь плавают и плавают. Вау, ребята, отлично. Отлично, отлично, отлично. О, там моржи плавают даже, ребята. Немножко ниже на дне плавают моржи. Но нам они, ребятки, не нужны. Вы же знаете, что нам нужны только русалки и лодки. А хотя, может, мы и моржа съели бы, ребятки. Может быть, мы съели бы и моржа. Так, ну что ж, дорогие друзья. Это все, конечно же, хорошо. Но нам надо побыстрее набирать массу. Я хочу побыстрее набрать массу для того, чтобы уже съесть этих русалок, которые плавают, и все-таки начать нормально играть. Вау! Да что ж такое-то? Человека еще пока нельзя съесть. Это, конечно же, все хорошо, но как же мне поймать все больше и больше? Я хочу больше, я хочу большего. Дайте мне еще. Так, дайте мне, пожалуйста, рыбки. Так, ребятки, наш дельфинчик уже довольно-таки большой дельфинчик. Я думаю, что скоро мы съедим русалку. Обязательно съедим русалку. Потому что она нам уже надоела, ребята. Да-да-да. Сколько можно? Вау, круто, ребята, классно. Вот это я понимаю, вау. Вот это да, вот это круто. Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот это да, вот это вкуснотища, ребята. Вот это да, ням-ням-ням, как вкусно. Вау, ребята, вы видели, мы уже можем плавать русалок. Ха-ха, вы слышали, как они кричат, прикольно. Вау, круто, круто, круто. Все, ребята, посмотрите, мы начали хавать их, и мы стали все больше и больше расти. Посмотрите, какие мы, ребятки, стали уже огромные. Я думаю, что скоро мы и лодки будем хавать. Ребят, посмотрите, реально, мы очень большие. Вау, вот это да. Вау, русалки и русалы, идите сюда. Всех вас посъедаю, ням-ням-ням, как вкусно. Вы слышите, как они кричат? Отличненько, просто отлично, просто супер. Вау, 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 куда же ты, да что же ты будешь делать? Ням-ням-ням-ням-ням, как вкусно. Да, о, ребята, мы водоросли хавали, посмотрите. Вы видели? Посмотрите, мы дно съели, ребята. И корабли, ребята, вау, вот это да, мы все корабли съели даже здесь. Отличненько, дорогие друзья, и мы с легкостью продолжаем играть, потому что мы уже прошли половину игры. Так, ну что ж, погнали дальше, ребятки. Кто здесь плавает? У нас дельфинчик. Ого, ребята, нам надо здесь плавать, я так понял, на дно. Ага, это миссия у нас такая, нам надо воровать, ребята, жемчуг для того, чтобы... Для того, чтобы нам проходить эту игру, нам нужно воровать жемчуг, ребята, да-да-да. Вы не ослышались. Ау, ребята, меня придавливают здесь. Здесь нужно быть очень бдительным и аккуратным, потому что здесь могут придавить в любой момент, и очень сложно будет уже как-то выйти на другой уровень. Так, давайте потихонечку будем воровать жемчуг. Если бы он еще был бы везде, а так его нету нигде. О, вот, вот, вот он везде есть, отлично. Отличненько. Так, ребят, вот берем. И вот берем. Ой-ой-ой, быстрее, а то сейчас нас прихлопнет крышка ракушки. Ай, видите, ребята, прихлопнуло, и у меня съелись очки. Мне таким образом теперь надо быть очень бдительным и аккуратным. Придавило немножко, не успели, но ничего. О, отлично, мы уже, ребята, 15 сантиметров. Посмотрите в длину. Таким образом мы потихонечку набираем вес, ребятки. И я думаю, что скоро мы должны с вами уже вырасти еще больше.
стать еще большим, ребят. Ай, опять меня придавило. Да что ж ты будешь делать, а? Дайте мне жемчуг. Опять придавило. Ребята, дайте мне жемчуг, пожалуйста. Да что ж такое? Что ж ты будешь делать-то? Дайте мне жемчуг. О, еще хочу жемчуга. Быстренько воруем жемчуг здесь. И здесь. Вот так вот. Отлично, пока нас не прищемило, ребятки. Дайте еще жемчуга, пожалуйста, мне. Дайте. Я такой дельфинчик, я хочу жемчуга. Ай, меня прищемило, ребятки. Ну ничего. Мы опять берем жемчуг. Берем его. Отличненько, ребятки. Мы берем его. И она все равно нас прижимает. Так, ребята. Отлично, очень вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Ай, придавило. Да что ж такое, а? Ого, ребята, посмотрите, я могу есть. Вы видели, ребята, я посъедал их, вот этих штук. Прикольно, вот это было в действительности круто, дорогие друзья. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий, дорогие друзья. Мне будет очень приятно. Также не забываем нажимать колокольчик. Таким образом вы будете получать все новые видео самыми первыми и сможете попасть в топ-10. Спасибо, дорогие друзья, до скорых встреч!